Доброе утро, друзья мои. И вот я готовлю завтрак, и на завтрак что я делаю? Обещанные блинчики, которые любит Анончик. Сейчас она завтракает, и ее забирают. Мы решили поехать попозже с детьми, потому что я не вижу смысла находиться там целый день, когда вечером будет все это, торжество и гости. Я просто там замучаюсь с детьми, и они тоже устанут. Были мотаться по лестницам, это опасно. Так что вот такие дела, друзья мои. Сейчас за ней придут, и я быстро-быстро на ходу готовлю завтрак. Детей накормила хлопьями, сейчас чай остывает, никак не допью. В общем, я такая вся в хаосе. Хочу всем угодить. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на Инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на Ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мы сила. Всем привет, друзья мои! Сегодня везде свадьбы, и у нас у Сергеи свадьба. Ой, мои хорошие, хотелось снова с вами поговорить по душам. Не знала, говорить вам, не говорить, но у меня была такая ситуация, что я хотела закрыть свой YouTube-канал. Да, друзья мои, хотела закрыть YouTube-канал, выбросить телефон к чертовой матери и перестать быть публичным человеком. Но сегодня я проснулась, и у меня опять тяга к этому видео. Все перемололось, не зря говорят, утро вечера мудренее. Вот так и в моей ситуации. Дело в том, что, оказывается, мои видео вызвали негатив у родственников мужа. Это я вчера обо всем узнала, когда пришла мама моего мужа. Точнее, я хотела с утра, когда готовила блины, хотела снять ей маму. И получилась такая ситуация, значит, я спросила, говорю, Анымчик, можно я тебя сниму? И тут вдруг мой муж не выдержал и сказал, нельзя. Нельзя и нельзя. И он там мне все не рассказывает, а тут, оказывается, был в деревне, столько сплетни. Оказывается, какие в Турции сплетни. Не только везде, да и в Турции есть. Я-то сидела от всего огороженная, не знала ни о чем. А вот, оказывается, столько проблем возникло и появилось. И вот вчера мой муж высказался наконец-то, что его бывшая жена и с детьми видят эту мою ситуацию и, видно, приносят очень плохой негатив. Поэтому мой муж сказал, снимай, что хочешь, но не моих родственников и не меня. Да, вчера мне так было все обидно за все. Даже немножко я всплакнула, моя свекровь как меня успокаивала. Оказывается, и о зле муж тоже бурчит. О зле раньше всегда с удовольствием снималась, а то в последний момент, вы видели сами, да, как-то она так не очень-то к камере. Оказывается, у нее такие проблемы. Но знаете что? У Азлема муж уезжает в Дубай обратно на заработки, потому что здесь он получает очень маленькую зарплату, им не прожить на эти деньги. И вот он возвращается. Он был 3 года назад в Дубае. И вот они и отдали долги, и хорошо зарабатывал, и как-то стали на ноги. И вот сейчас он уезжает. Может, потом все наладится. Я так уверена, что все наладится. У каждого в жизни есть какие-то ситуации. Вот видите, я вчера вот постирала моим деткам босоножки, и уже с утра они чистенькие. А что они делают там? А. И вот
такая вот у меня ситуация была вчера. Также пришли, ну, папа с мамой у нас. Мы готовимся к свадьбе. Сегодня день свадьбы. Родственники начинают постепенно приезжать. И вот у меня постоянно в доме люди. И я не знаю, говорю, я даже удивляюсь себе очень, откуда у меня столько сил. И смотреть внуков, и обслуживать гостей. И мы еще поехали туда. Там сидели, я принципиально не открыла телефон, ни камеру, хотя все вокруг соседи фотографировали, снимали, мне так было обидно за все. Ну ладно, не хотят, не хотят они показывать себя на весь мир. Будем как-то без них двигаться, да? А я буду рассказывать вам, так ли? Вы же понимаете меня. Может, пройдет какой-то этот момент обострения. Все станет на свои места, и я буду опять вернусь к прежней своей жизни. А сейчас прошу понять меня и поддерживать мой канал, даже если и смотреть мои видео, даже если в них не будет родственников моего мужа и моего мужа. Но Эндерта высказался, и все, ему стало легче. Но я принципиально сейчас не буду ничего делать. Да, детей, может, сегодня я сниму себя, посмотрим, как и что, но на показ выставлять ничего не буду. Это все идет во вред, оказывается. Я, конечно, в шоке. Я думала, что здесь люди поспокойнее. Оказывается, спасибо мужу, что он меня оберегает это ото всех. Так, и после вчера ночи хны, девичник по-русски называется, родители пришли к нам, потому что муж моей невесты-заловки очень неизговорчивый, они чувствуют себя неудобно там. И не хочу называть его сейчас имя. И родители ночью вынуждены были прийти к нам. Я с удовольствием их приняла, конечно. Я даже им с первого дня говорила, оставайтесь. Но там про то, что Тейзи, и они не хотели оставлять ее одну с сыном и с невесткой. И вот сейчас они нам позвонили и сказали, что можно мы к вам придем, потому что здесь этот муж моей заловки не такой разговорчивый, и они себя чувствуют напряженно. Ну, конечно, можно. Я сейчас все перечистила, перемыла, детей накормила, мужа накормила. 5 часов мы должны выходить. Я к этому времени должна приготовить что-то покушать детям, не знаю. Посмотрим, что и как. И вот как-то так, друзья мои, 8 часов будет свадьба. Ну, после 5, наверное, выйдем. Я решила переодеться у дома, у родителей там, когда поеду, возьму с собой все вещи на свадьбу. Потому что на каблуках я просто с детьми сейчас не выдержу весь вечер. Так и сделаю. Ну, Ашкин вчера сказал, он, знаете, какой у меня человек, просто он так редко говорит, но когда ему накипит только. Поэтому нам нужно намного закрывать глаза. Вот сейчас он сказал, вытерпеть, выслушать. Но я тоже же ответила в ответ. Свекровь как нас успокаивала, он говорит. Я говорю, Ашкин, я же спросила, я же не снимала без разрешения. Я только спросила, можно или нет. Ну, оказывается, он... Ему до этого много чего сказали нехорошего, и папа тоже. А мама старалась успокоить. Она говорит, я тебя люблю, я счастлива, что мой сын счастлив, мне не нужно. И когда можно, можно, говорит. Потому что, говорит, очень много злых языков есть и врагов у нас. Как-то вот так вот, друзья мои, свекровь меня очень успокоила, за что я очень благодарна. Сейчас я... Была, конечно, в таком состоянии депрессии. Вот я хотела закрыть свой канал, но еще раз утверждаюсь в том, что сгоряча не надо ломить дров. Утро вечером мудренее, так оно и происходит. Так что я свой канал закрывать не буду, ни за что. Будем двигаться дальше. Придет время, и они тоже захотят поучаствовать в моих съемках. Я это уверена. Как я и предвидела, ко мне пришли гости. И вот что я делаю. Готовлю для них обед.
Всем привет, мои хорошие, еще раз. Я как партизан докладываю вам о событиях, которые произошли. Да, я так и предвидела, что гости снова пришли ко мне. Сегодня еще приехал один из Измира, брат троюродный моего мужа. И я им, значит, приготовила кофе, угостила арбузом. Сейчас он спит в соседней комнате. Ну, а я им сказала, что надо их накормить. И я быстренько, значит, у меня была фасоль. Для детей была у меня еда и для мужа, но их много. Готовлю фасоли, сделаю лобио с йогуртом, покушают, не знаю. Да, вот так вот нелегко быть турецкой невесткой в эти в такие дни. И Ашкам говорит, что, мол, до вечера будет. А я его спросила, говорю, а когда время у меня будет детей искупать, себя приготовить. Ну, как-то вот так, он тоже нервничает, а что делать? Родственники есть родственники. Если мы поедем в Измир, они тоже у них остановимся. Ну, вот такие вот новости. А мама моя сделала вчера тест ПЦР, все-таки, потому что она никак не может успокоиться. У нее состояние такое не из лучших. Запахи она не чувствует абсолютно ничего. И вот сейчас ей позвоню и узнаю ответ, что у нее такое. Кстати, друзья мои, сколько она звонила на 112, 116, они не отвечают, пока она не собралась и не пошла к врачу сама. Двое суток не получается. Вечером у нее было 37,6, с утра 37 с чем-то. Очень сильная слабость, но Бог ее спасает, сохраняет. И вот сейчас я ей позвоню и узнаю ответ ПЦР-теста. Так, только что позвонила маме, и она сказала, что пришлось ей третий раз сдать этот тест, потому что смс-ка не пришла вовремя, и она ее вызвали опять сдать этот тест, а потом попозже пришла смс, что у нее нет ковида. Она говорит, ну такое состояние, запахи не чувствую, ничего не чувствую, завтра еще надо ждать. Так что вот такие вот новости у меня, мои хорошие, пошла я готовить. Сейчас детей надо купать, приводить в порядок, потому что уже 2 часа, 5 часов мы должны уходить. Вот такая вот турецкая невестка Светлана. Ничего, все будет окей, я уверена. Мои дорогие друзья, я готовлюсь к обеду. Что я приготовила? Там у меня тетя, я ее уже накормила. Здесь у меня плов из булгура. Здесь у меня зеленая фасоль. Детей накормила супом и гречкой. С сахаром захотели они. Сейчас я вот приготовила тарелочки и жду Ашки, пошел за хлебом. Вот так вот я ложусь все. А также я искупала троих детей. И сейчас их положила, пускай чуть-чуть отдохнут они. Наверное, гости покушают и уйдут, и я уже начну готовиться к свадьбе. После такого рабочего дня, трудовой недели, ничего не хочется, нужно идти. Вот Ашкин пришел. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.